Раз в год приезжаем вот в такой большой-большой гаден-центр. По весне обычно. Приехали за пакетиком помидор. Сюда на входе. Хотела с работы принести монстеру и не успела, забрали ее. Ой, здесь всегда украшают. Это портреты, очень красиво. Круглый год работает, что-то мы редко приезжаем. Так, музыка играет, сегодня снимаешь уже так примерно. Такая тут красотища, все-все красивое, очень красивое. Интерьер для интерьера можно подобрать просто офигенные, но здесь все дорого, конечно. Это надо, может быть, на сейлы как-то ловить. Ну тут часто нам приходит, тут получается это делать, мы-то редко приезжаем. Такие красивые вазы. Вообще классно так все сделано. Сейчас народу мало. Вещи для интерьера, ну и одежду такую очень более как-то приближенную, она, мне кажется, к английскому стилю такому. Бывают такие куртки, которые носят только старые англичане. Какие-то украшения. Сейчас мы тут пошаримся. Вот. Да, здесь, по-моему, украшений раньше не было, или были, я не помню уже. А одежда была. Такой вот стиль. Одежда для пожилых леди таких продается. Такая классика какая-то английская. Носочки какие в стиле в сад пойти, в цветочек, в лоскуточек. Обувь хорошая, тут удобная. Смотрела, все дорогое, конечно, скидок нет пока кое-где только. Кто-то в сад за семенами приехал, а кто-то сразу в одежду. Вышла в сад,
как бы вторая часть тут. Растения, ну все дела по саду продают. Здесь хоть музыки нет. Поснимать красоту. Какая красота. Столько можно садовых идей набраться. Какая арка красивая. На стенку декорейшн можно сделать. Всякие продают. Еще только не продают. Сережа уже куда-то зарылся. Сейчас его не найти. На просторах, на этих, по цветочкам. Корзиночки. О, какие красивые, плоские, здоровские, необычные. Не круглые, а плоские. Здорово, классно. Только я их не люблю вешать. Всегда они где-то на высоте что-то висят. Их надо залазить, их поливать без конца. Как-то не очень мне. Может, низко куда-то их можно вешать. Ну, как красивые какие букеты. О, семена. Куда он убежал? Его сейчас не остановить. Вот он. О, какие фигуры. Какой петушок, курочка. Классные. Тут еще и поросеночек. А, машина тут такая. Просто море цветов. Какое это, неужели все разбирают? Всего очень много. Мне всегда интересно, куда же все девается то, что не распродано, не распродается. И одежда, и все абсолютно. И вот растений тоже много. Лавровый лист у нас есть. Работают люди. О, сколько украшений для сада в виде зверюшек всяких. Даже вот волк есть. Это что здесь? Почтовый ящик, типа. Какие собачушки. Не собачки, а нет, котик есть. И котик. Я люблю рыженьких. Таких. Сколько они стоят? Какие? Сколько? 10 фунтов. Что-то на палочке. Зачем-то. Ты какой киса. 20 фунтов. Когда-то мы разводили курочек в России. У нас и куры были, индюки были. И... петушок был. Чуть однажды не уговорила Сережу взять эту козочку. Хорошо. Вовремя остановилась. Да, колхозники мы по натуре, наверное. Ну, у меня сейчас как-то желание пропало всем этим заниматься. Так. Мне больше нравится сад. Вот иногда дом смотришь, он, ну, какой-то, какие-то дома продаются, и вот у них старый сад.
Вот сад, который давным-давно кто-то посадил. И тропиночки такие старые сделаны. И дерево какое-то растет много-много лет. И вот все на одном месте. Ничего не двигается. Ну, подсадил там цветочек два. Все. И вот этот старый сад, чтобы вот он стоял, сохранялся, какой он был изначально. Мне вот такие сады нравятся сейчас. Просто ухаживать, ничего не свое не добавлять, не как сказать. Ну, в общем, либо сажать все по-своему, либо вот оставить то, что ты купил, то, что было. И вот старый английский сад очень как-то привлекает, чтобы старые кирпичи лежали на дорожках. Ну, такое. Такое. Классика. Я просто в таких домах была и видела такие сады. И мне очень нравится, когда люди не трогают ничего, а просто сохраняют то, что было когда-то. Какое дерево интересное. Ну, да, здесь сауны продают, джакузи вон. Эти такие бассейны, которые сараи. Ну-ка, сарай, как дом. Такие бассейны во дворе ставят, в саду, вернее. И закрывают сверху крышкой, и можно в нем купаться зимой, летом. Он, по-моему, даже подогревается, такие вот огромные. Ну, они, наверное, джакузи называются, ну да. Гуси летят. Вот такой огромный сад. Гаден-центр, вернее, не сад. Там ресторан внутри есть. В общем, прям огромный. И он недалеко от нас. Приятное местечко погулять.